Уютный дом. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Скупой платит дважды. Старые истины, которые говорят об одном – на качестве, как и на себе, экономить нельзя. В лаборатории комфортной мебели «Новацио» качество – одна из ценностей. По словам руководителя компании Ольги Новиковой, на мебель там дают с уверенностью гарантию 2 года, и это не пустые слова. Мы понимаем, что качество не добиться при низких ценах. А когда вот золотая середина выбрана, стараюсь ее придерживаться, чтобы это было для людей, чтобы это было реально воплотить в жизнь. Фурнитура, материалы, комплектующие. Мы, конечно, выбирали европейские. Если мы говорим о покраске, это, конечно, итальянские лакокрасочные материалы. Если немецкое качество, это системы. Системы надежные, инновационные. На нашем рынке, конечно, аналогов этому нет. Лучше слов всегда собственный опыт. В салоне «Новацио» можно самому проверить, за что платишь деньги. Сами вы откроете и закроете выдвижной шкафчик. От легкого нажатия китайский загремит, задребезжит. Российский надо уже усилия приложить. Австрия – это легкое плавное движение, без шума. Есть вещи в мебели, которые сразу не увидишь, и они проявят себя только в процессе использования. Сколько историй мы знаем про аллергии или головные боли, которые возникали у людей после покупки новой мебели? Экологичность – тоже одна из составляющих качества. От любой мебели есть от новой запах. Ее надо открыть, проветрить, но дополнительно кромку обязательно по кругу наклеить. Наша фирма «Новация» всегда кромит в круговую по периметру. Формальдегиды не выходят из ЛДСП, а они кромкой заклеены. Если вы выберете для своего дома мебель от «Новацио», то можете не ждать и проблем с монтажом. В компании придерживаются высоких стандартов не только при выборе материалов, но и в сборке. Если мы отправляем по России, это контрольная сборка в цехе, чтобы все было надежно, правильно собрано. Если это у заказчика на адресе Киров, Кировская область, я лично приезжаю, проверяю, я открываю каждый фасад, прошу разрешения. Бывают неточности, и мы их сразу устраняем. То есть до полного удовлетворения заказчиков. Даже если они к нам через время обратились с какой-то просьбой, замечательно, приезжаем и работаем. Сейчас домашнее тепло становится как никогда важным и необходимым. Вложение средств в мебель – это вложение в комфорт и чувство защищенности. Лаборатория комфортной мебели «Новацио» работает в торговом центре «Тайм» на 3-м этаже. Идеи и советы для вашего дома в группе во ВКонтакте «Новацио 43», возрастное ограничение 16+, и в телеграм-канале «Новацио Салон». Уютный дом.